Ніколай Патрушев приміряє на себе роль плакальниці на потенційних похоронах Владимира Путіна і, здається, хоче перетягнути на себе ковдру в управлінні країною-агресоркою. Про таємні політичні ігри російського керівництва, які потрохи стають явними, говоримо далі. Вітання усім, хто приєднується до нашої розмови. Мене звати Софія Трощук, і я рада представити нашого гостя. Це Сергій Жернов, екс-співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, Софія, вітаю усіх наших глядачів. Я б хотіла, аби ми почали із перегляду відео, адже у мережу виклали відео виступу секретаря Ради безпеки Російської Федерації Ніколая Патрушева. Цю промову він виголосив ще 6 листопада, там намагається обкручувати псевдоісторію, звісно ж, в стилі чинної російської влади, і співає оди президенту Російської Федерації Владимиру Путіну, щоправда, говорить про нього чомусь у минулому часі. Тож давайте послухаємо. Уставшие от лихих 90-х, общество ждало решения социально-экономических проблем, укрепления национальной безопасности. Требовался лидер, который смог бы поставить во главу угла вопросы благополучия населения, проявить высшие человеческие и организаторские качества, волю и самоотверженность. Таким лидером стал Путин, который сначала был председателем правительства, а затем избран президентом и в соответствии с Конституцией занял должность председателя Совета Безопасности России. Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи, которые следует решить для ее достижения, последовательность шагов, а также необходимые для этого силы, средства и ресурсы. При этом сознавал критическую важность эволюционного подхода в противовес революционным скачкам, всегда ослабляющим государство российское. Верил в людей и надежность их поддержки. Понимал и осознанно взял на себя всю ответственность за спасение Отечества. У мережі це відео називають, цитую, некрологом Путіна. Чи згодні ви з таким формулюванням? Ну да, конечно, согласен, да, потому что это очень странная была съемка. Я с ней познакомился в прямом эфире, я был на утре февраля, мне Матвей Ганопольский показал эту съемку, я чуть со стула не упал, потому что не знал вообще, как реагировать, потому что я сначала думал, дипфейк какой-нибудь сделали, это разводит нас, что это такое вообще, или по-настоящему Путин, значит, Путина хоронят. Вот. Но потом, значит, когда уже навел справки, то есть я узнал, что это было выступление Патрушева 4 ноября, вот на этом, знаете, на сборище, которое называется там у них «Знание» какое-то там, где они все, кстати, выступали, все пургу несли. Там вообще это сборище просто... можно было сказать, потому что, ну, это там, где Матвиенко предложила создать Министерство счастья, это там, где Песков оправдывался и говорил, что Путин у нас один, у него нет двойников никаких, вот, и вдруг выходит Патрушев, значит, без галстука, в черном костюме, в какой-то там темно-синей рубашке, такой абсолютно весь траурный, вот, ну, конечно, вы же понимаете, что вот эти полторы минуты, которые вы показали, они выдернуты из контекста, да, то есть, грубо говоря, он пел, конечно, оды Путину, но начал с истории, а историю рассказывают в прошедшем виде. Но если взять это, выдернуть из контекста, то получается абсолютные поминки какие-то. И, скажем так, если бы это происходило просто в обычное время, то, может быть, никто бы и не заметил бы этого дела. Но поскольку 26 октября канал генерала СВР сообщил о смерти Путина, и его поддержал еще Валерий Дмитриевич Соловей, бывший профессор МГИМО, известная очень личность, блогер, там, и у каждого из них, кстати, раскрученные очень телеграм-каналы, YouTube-каналы и так далее. Вот я, кстати, с генералом СВР сделал сразу
сразу эфир после этого дела. Вот, и его показали, кстати, на вашем канале, и наши итоги недели показывают на вашем канале. Это привлекло огромное внимание, там миллионные просмотры, все с нарезками, там за 10 миллионов у нас всех этих эфиров за последнее время. Вот, и, конечно, в таких условиях, когда Патрушев вот такую речь произнес, то совсем по-другому это все заиграло, потому что Соловей-то ведь говорил несколько раз, что Путин по-настоящему, так сказать, умер, и что бразды правления сейчас у Патрушева, и Патрушев всем заведует, он даже взял себе якобы ядерный чемоданчик, и когда этот самый Патрушев вдруг в таком виде вышел и начал в прошедшем, значит, времени говорить про Путина, то, конечно, все взволновались и сказали, наверное, все-таки Соловей прав, и генерал СВЛ прав, и, наверное, все-таки настоящий Путин умер, тем более, что в это время двойник Путина был в Казахстане у Токаева. А ми можемо припустити, що зараз із президентом Російської Федерації, бо останнім часом з'явилася велика кількість тез про його начебто смерть або, бодай, хворобу якусь невиліковну, але на кадрах у Казахстані, у Ростові напередодні Путін виглядав цілком собі живим. Ну і до теми, так, двійників, то той самий генерал СВР повідомив, що один з двійників взагалі захворів теж. Бачите, одні хвороби і одні смерті оточують Владимира Путіна. Як гадаєте, що? Что с ним? Ну, я вообще рассматриваю это дело как троллинг. Потому что я все-таки бывший старший офицер нелегальной разведки, бывший, соответственно, офицер КГБ, и мне нужно подтверждение документальное. Я пока не увижу труп, я пока не увижу официальное сообщение, документы о его смерти, я этому верить не могу, потому что просто меня так по-другому воспитали. Вот. И я по этому поводу придерживаюсь такого мнения, что мне очень бы хотелось поверить и генералу СВР, и Валерию Соловью, но у меня есть большие сомнения. Вот, хотя, в общем, они правильно делают, на самом деле, что раскручивают эту тему, потому что политически Путин уже давным-давно мертвый. Политически Путин вообще ничего не решает уже в Российской Федерации. То есть его тушка, которая там ходила из кабинета в кабинет, она, в общем, уже понятно, что ничего не решала. И вот вам простой пример. Помните, ведь он же 10 месяцев выдерживал матершину Пригожина в отношении Шойгу и Герасимова, то есть министра обороны, начальника генштаба, которых назначал Путин. Потому что если бы Путин был диктатором по-настоящему, он бы этого самого Пригожина заткнул бы в сентябре 22 года, как только тот первый раз открыл свой поганый рот. Вот этого не происходит. Путин точно так же не может заткнуть Кадырова. Сын Кадырова совершил уголовное преступление. Вместо того, чтобы его наказать, значит, отец его там обвешал наградами всякими, как елочную игрушку, плюс всякие там, значит, мусульманские республики присоединились к этому делу, а Путин ничего не делает, потому что сделать ничего не может. И поэтому, когда Валерий Соловей и генерал СВР сказали, что Путин умер, то это, в общем, смотрелось как, ну, такая вишенка на торте. Вот. Но я, конечно, рассматриваю как троллинг, кстати, классный троллинг, потому что они навязали эту тему всем. Они навязали эту тему Пескову. Песков три раза оправдывался, выходил специально и говорил, что нет, это все россказни. И причем упоминал, даже делал рекламу каналам генерала СВР и Валерия Дмитриевича Соловья. Но он, правда, не называл их впрямую, но он сказал, что вы читаете, обращаясь к залу, вы читаете разные телеграм-каналы, и все поняли, о каких каналах идет речь. Вот. Так что, в общем, они в этом смысле достигли политически своих целей, потому что они навязали повестку Кремля, повестку дня Кремлю. Кремль теперь оправдывается, и теперь, куда бы Путин ни поехал и что бы Путин ни сделал, мы теперь даже не смотрим, что он делает, никуда он ездит. А мы смотрим, Путин это или не Путин, двойник это не или двойник, тройник, четверник или кто, болен он или не болен. И только об этом и идут разговоры. И в этом смысле и генерал СВР, и Валерий Дмитриевич Соловей достигли поставленных для них самих политических задач. Я вам подчеркну, что они себя позиционируют как политические каналы. Вот я являюсь просто экспертом по международным отношениям и спецслужбам. А они себя позиционируют как политические деятели, которые ведут борьбу за власть и которые готовы стать следующим поколением российских политиков,
которые будут решать судьбу Российской Федерации. Кстати, Соловей в этом смысле даже напрямую обратился в недавнем своем интервью, в одном из своих интервью. Он сказал, что все те люди, которые сидят за границей, ну, вроде меня, и которые могут там или захотят когда-нибудь претендовать на то, чтобы решать вопросы будущего России, ничего этого у них не получится, потому что надо решать эти вопросы только внутри России, потому что вот Соловей находится внутри России. Хотя ему задают вопросы, а как же так получается, что его не посадили? Вот Гиркина посадили, Пригожина убили, там Навального посадили, Яшина посадили, почему Соловья не сажают? Но он ответил, правда, он сказал, что за ним стоит очень мощная группировка кремлевская, одна из кремлевских группировок, а потом даже сказал, международная группировка, которая гарантирует ему неприкосновенность. Я от, пане Сергію, до теми смерті Путіна, знаєте, якийсь виходить Путін Шредінгера. Неясно, чи він живий, чи він мертвий, але Головне управління розвідки українське, коли коментувало ось ці вкиди ще наприкінці жовтня, сказали, що цей вкид має на меті перевірити реакцію простих росіян на от потенційну загибель їхнього царя Владимира Путіна. Чи згідні ви з такою тезою? Ну, это может быть как вариант, может быть такой вариант. Но на самом деле я не думаю, что на самом деле это так, потому что там немножко шире было заявление Главного управления разведки Украины. Оно сказало, что оно не может, по их источникам пока оно не может подтвердить эту информацию. Вот. Но она, кстати, подтвердила, что у Путина действительно есть двойники. И это, кстати, не первый раз. Это до этого еще и Кирилл Буданов лично уже даже выступал и говорил, что у Путина есть двойники по сведениям украинской разведки. Вот. Но я сомневаюсь, что сам Кремль был заинтересован в таком вбросе, потому что, вы знаете, это можно было выбрасывать, когда Путин был на взлете, когда это было там, вот, на первом этапе его правления, там, первый срок, второй срок, когда у него, безусловно, была поддержка в населении. Сейчас он, извините за выражение, старый пердун, который сидит 24 года у власти. И поэтому так и играть они не могут. Я очень сильно сомневаюсь, потому что это очень опасная игра. Якщо ми повернемося до заяви, із якої ми розпочинали, як гадаєте, пане Сергію, чому зараз так стало багато Патрушева? Відео його промови, коментарі його численні тощо. Раптово став медійною персоною? Можливо, це комусь вигідно? Ну, вот опять же, это вот укладывается, кстати, в версию и генерала СВР, и Валерия Дмитриевича Соловья, потому что они говорят, что Патрушев вообще всем сейчас заведует. Но я бы сказал так, что даже если не брать версию, что Путин умер, Путин ослабел, потому что он, в общем, постарел. Он, кстати, очень не любит работать, и ему надоедают длительные совещания, ему надоедают какие-то там перемещения. Кстати, для этого тоже двойники делали, потому что просто ему неохота было иногда ездить на другой конец Российской Федерации, и там, где не надо было произносить никаких слов, а просто появиться, картинка, чтобы было достаточно было послать туда человека, слегка похожего на Путина. Вот. Но я так думаю, что на самом деле сейчас идет, конечно, борьба внутри Кремля. Мы знаем, что уже несколько месяцев говорят о борьбе башен Кремля. И Патрушев является самым сильным человеком, потому что у него должность такая. Понимаете, вот Совет Безопасности – это все-таки орган, который координирует работу всех ведомств и всех специальных служб по безопасности, в сфере безопасности Российской Федерации и антитеррористической деятельностью. И поэтому человек, который сидит секретарем в этом ведомстве, у него довольно широкие полномочия. Хотя вот Дмитрий Медведев является формально выше Патрушева по должности в этом совете, потому что в этом совете председателем является Путин, то есть президент Российской Федерации, а его заместителем является Медведев. И формально Медведев выше Патрушева. Но, видите, мы Медведева не видим, кроме его выступлений в Твиттере, хотя вот недавно он ездил на какой-то полигон, и ему, значит, там показывали там вооружение, подготовку какую-то. Но это все надувание щек, потому что он в любом случае своими твитами
он себя поставил как клоуна. Его никто не воспринимает серьезно абсолютно. А Патрушева воспринимают серьезно, и причем его серьезно воспринимают на Западе. Его серьезно воспринимают в НАТО, в коллективном Западе. Вот. И в последнее время, действительно, вот последние две недели его стало больше. Но видите, здесь может быть и просто это и совпадение такое, потому что просто было совещание руководителей Советов Безопасности стран СНГ в Москве. Вот. И, соответственно, на таком совещании, конечно, Патрушев был заводилой, хотя на самом деле это странная вещь, потому что по делу туда должен был приехать сам Путин, потому что он является председателем Совета Безопасности Российской Федерации. Вот. Но он отдал это на откуп Патрушеву, потому что не любит работать, или Патрушев просто вот это его такая вотчина, он сказал, я буду здесь, и ни Медведева не хочу, ни Путина не хочу видеть, вот, а сам лично общался, и даже Пескову задали потом вопрос, а вот, значит, мнение, которое высказывает Патрушев как секретарь Совета Безопасности, что они из себя представляют, и Песков сказал, что Патрушев – это составная часть так называемого Кремля, и все, что говорит Патрушев, это точка зрения официальная Кремля. Як гадаєте, пане Сергію, чи є у Патрушева зараз президентські амбіції? Тобто не лише, можливо, ось це бажання вести якусь політичну гру, а просто стати публічною персоною, головною персоною Російської Федерації? У него когда-то были президентские амбиции, но сейчас вроде бы их нету в последнее время, потому что те же самые Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР давным-давно говорят, что Патрушев не сам лично хочет стать преемником президента Путина, а он хочет посадить на его место своего сына Дмитрия Патрушева, Дмитрия Николаевича Патрушева, который является, кстати, министром сельского хозяйства. Он в этом смысле довольно крупная фигура, потому что, смотрите, отец сидит секретарем Совета Безопасности, а сын у него в правительстве Мишустина является министром. И поговаривали о том, что Патрушев хочет сейчас его сделать вице-премьером, а потом потенциально премьером и сменщиком Путина. Вот. Но мы знаем также, что Патрушев и Путин – это два человека, которые очень сильно связаны, которые давно друг друга знали. Они, кстати, служили в одном и том же Ленинградском управлении КГБ, значит, у КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Но в советское время они не были знакомы. Патрушев, кстати, старше Путина на год, и по званию был его выше. Патрушев был полковником КГБ, а Путин закончил свою карьеру в КГБ подполковником. Вот. И, кстати, довольно много людей, которые этот факт извращают или путают, или не знают. Вот. И Путин уволился из КГБ и ушел оттуда, когда он перешел к Собчаку в мэрию. А Патрушев остался в ФСБ, ну сначала в ФСК, потом в ФСБ, продолжал делать карьеру по линии контрразведки и поехал в Карелию, где его назначили, значит, начальником регионального управления ФСБ по Петрозаводску и Карельской автономной или там области, я уж не помню, какой у него там статус. Вот. И оттуда потом, когда Путин стал директором ФСБ, почему-то он ему понравился Патрушев, где-то они с ним там пересеклись, и он его вызвал в Москву и сделал своим заместителем. И дальше они с ним не расставались. Патрушев всегда идет на голову ниже Путина и делает все грязные дела для Путина. Именно он организовывал взрывы в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске в сентябре, в конце августа и в начале сентября 99 года, чтобы Путину создать атмосферу такую террора, начать Вторую Чеченскую войну и на фоне всего этого дела, чтобы Путина сделать президентом. Именно он выходил, кстати, перед камерами в сентябре 1999 года и оправдывался, врал откровенно совершенно про рязанский так называемый сахар вместо гексогена, тогда, когда подрыв башни девятиэтажной в Рязани не состоялся, потому что там бдительные люди просто поймали этих оперработников ФСБ, посланных туда Патрушевым. То есть вы понимаете, какие у них связи. Патрушев входит в кооператив «Озеро», в так называемый, да, он входит в такой, ну, как бы Совет Безопасности является
является при Путине чем-то, что было в советское время политбюро. Вот. И хотя, по идее, вот Патрушев как бы хотел когда-то замещать Путина, но вот видите, Путин, когда ушел в 2008 году, он не Патрушева оставил на своем месте, а оставил Медведева. И это не случайно, потому что Медведев, ну, грубо говоря, просто, а Патрушев умный, и поэтому Путин побоялся оставить Патрушева на месте президента, потому что он боялся, что Патрушев станет сильным президентом, и он знал, что Медведев не может стать сильным президентом, потому что он просто... На вашу думку, хто ще є загрозою для Владимира Путіна? От назвімо станом на зараз фігурально Ніколая Патрушева от загрозою, такою примарною, але небезпечною персоною для Владимира Путіна. Хто ще у цьому списку? Для Путіна сейчас вообще любой человек представляет угрозу, кто угодно. Потому что это доказал Пригожин. И за это, кстати, Пригожина и убили. Потому что 23-24 числа, когда Пригожин поднял свой путч, Путина не вышел защищать вообще никто. Ну, кстати, люди, которые надеялись и ставили, кстати, на Патрушева, они были тогда очень сильно разочарованы, потому что Пригожин не решился взять власть, он просто испугался взять эту власть. И Патрушев не испугался перехватить эту власть, потому что Патрушев мог бы поддержать Пригожина, и тогда бы они сковырнули вместе Путина без проблемы, потому что за ними была сила спецслужб, и могли бы на свою сторону перетянуть еще кого-то. Но видите, у них же там банка пауков одновременно. И поэтому там есть, вот недаром говорят о башнях Кремля и о войне башен Кремля. Потому что Патрушева боятся еще довольно сильные игроки, которые там типа Чемезова там какого-нибудь, да, или там Бортникова, который ему формально подчиняется напрямую, как директор ФСБ. Но не факт, что он напрямую входит обязательно в их команду и не хочет стать самостоятельным игроком. Кстати, внутри ФСБ есть другой еще самостоятельный игрок, Королёв, который является первым заместителем директора ФСБ, и который вообще мечтает давным-давно уже занять место Бортникова. Так что там у них на самом деле банка пауков. Вот. Ну, кто-то называл имя Нарышкина. Нарышкин вообще не является игроком политическим, потому что мы видели все, как 21 февраля 2022 года Путин над ним публично издевался. Нарышкин блеял, вот, показал всю свою суть. Вот. Он такой мелкий олигарх, потому что у него там есть какая-то это фирма, которая торгует, кстати, со странами НАТО, какой-то там гречкой и всякими продуктами, такими сельскохозяйственными продуктами. Вот. Но его никто в качестве серьезного игрока не воспринимает. Ну, серьезным игроком может быть по должности Мишустин. Хотя говорят, в общем, что Мишустин больше технический премьер-министр, такой человек, который просто сидит административно на этой должности, политически у него веса нет, но по Конституции именно премьер-министр замещает президента. И, кстати, это одно из объяснений генерала СВР и Валерия Дмитриевича Соловья, почему сейчас не объявляется о смерти Путина, если вот брать, так сказать, задействующую версию, что Путин умер. Потому что если бы ее объявить, тогда Мишустин становился бы исполняющим обязанности президента и должен был организовывать следующие выборы. А судя по всему, Патрушев не хочет ему передавать власть. То есть у них на самом деле там есть сложные разборки, плюс есть какие-то олигархи нынешние вокруг Путина, там братья Ковальчуки, там, я не знаю, даже тот же Медведчук, которого Путин все-таки выцарапал у Украины, вот, которого, кстати, прочили вам в гауляйтеры, если бы состоялась трехдневная война, блицкриг Путина в 2022 году. Вот, так что, в общем, там, конечно, не самая простая ситуация, потому что все понимают, что Путин всем надоел, он старый, и вообще так продолжаться дальше не может. У мене є питання на ретроспективу стосовно Владимира Путіна і його здоров'я. Скільки я пам'ятаю, з початком війни на Донбасі, ще навіть не повномасштабного вторгнення,
Раз на певний період з'являлися фейки про те, що Владимир Путін смертельно хворий. Гляньте на руку, гляньте на ногу, гляньте на чоло. Або смертельно хворий, або двійник. Не буду казати, скільки разів Владимира Путіна, того начебто справжнього, ховали, бо мені здається, що пальців двох рук не вистачить порахувати, скільки його ховали упродовж там двох років повномасштабного вторгнення. І я не знаю, чи є ще такий лідер країни якоїсь, якого б намагалися так часто аналізувати на предмет здоров'я. На вашу думку, чому така прискіплива увага до його здоров'я і до того, живий він чи ні, насправді, чому така велика кількість теорій змови, чи це все тролінг, як ви казали, чи все ж таки є, от, можливо, інші якісь нюанси та аспекти? Ну, я считаю, что это тоже входит в ту же самую, так сказать, структуру строения борьбы с Путиным вот этих оппозиционных каналов генерала СВР Валерий Дмитриевич Соловей, то есть тоже троллинг политический, потому что если постоянно говорить о, так сказать, сильном, какой-то серьезной болезни, смертельной болезни Путина, то это западает каким-то людям в голову, и к нему начинают относиться как человеку, который уже уходит, и это, конечно, дискредитирует этого президента, дезавуирует его и так далее. Вот, одновременно ему все-таки уже 71 год официально, по неофициальной биографии даже 73. Мы понимаем, что в Российской Федерации очень плохое состояние медицины, и что в Российской Федерации мужчины в среднем живут до 65-67 лет. То есть Путин здесь, конечно, уже пересидел, но одновременно все мужчины, в общем, после 60 у них у всех есть какие-то проблемы. Вот, и хотя у него, безусловно, есть возможности хорошо лечиться, ну, не в самом медицинском центре, потому что я, кстати, работал с этим медицинским центром управления делами президента Российской Федерации, там очень все хорошее оборудование, там очень все красиво, но там плохие доктора. Вот. И, кстати, серьезные люди там никогда не лечатся. И серьезные люди, у которых были деньги, уже там на исходе 90-х годов ездили хотя бы, может быть, даже и по линии этого самого медцентра управления делами президента за границу, в Швейцарию, в Израиль, в Соединенные Штаты Америки, в Англию, во Францию, в Германию, ну, то есть любую страну, где хорошая медицина. Вот. Но мы же понимаем, что в любом случае, даже если у человека плохое состояние здоровья, при надлежащем лечении ему можно, ну, не скажу до бесконечности продлевать жизнь, но ему можно существенно помогать лучше, чем обычному человеку. И, кстати, в ответ, вот на когда мы отвечаем на такие вопросы, я уже несколько раз упоминал, но упомяну еще раз, что вот у нас во Франции в 81 году победил Франсуа Миттеран, значит, тогда был президентский срок 7 лет, и как только он заехал в Елисейский дворец, ему диагностировали рак, по-моему, рак простаты. Вот. И он с этим раком простаты просидел на президентском кресле, в президентском дворце, 2 7-летних срока подряд, 14 лет. Вот. И только в самое последнее время, самый последний год, это стало публичным достоянием, значит, так сказать, публики. Вот. И тем не менее, значит, вот он спокойно совершенно проправил 14 лет на своем месте, имея при этом рак простаты. Так что, в общем, то, что мы все-таки в третьем тысячелетии живем, и рак тоже бывает разным. Бывает рак, с которым можно совершенно спокойно жить там, и 15, и 20 лет, и даже больше при надлежащем лечении. Вот. Но значит, разговоры о путинском плохом здоровье, они, безусловно, не выгодны Путину, не выгодны Кремлю, и Кремль очень больно реагирует тогда, когда, значит, рассказывают о плохом здоровье Путина. Ну, значить, як то? Будемо говорити про це частіше. Все, що неприємно Кремлю, воно апріорі є приємним для наших глядачів, я собі так сподіваюся. На завершення нашої розмови, пане Сергію, чи могли б ми пофантазувати з вами, що було б, якби Путін справді помер або його б померли? Це б щось змінило у війні Росії проти України, і чи допомогло б, наприклад, покласти край злочинному режиму на Росії?
Все будет зависеть от того, кто вместо него придет к власти. То есть, если придет к власти, так сказать, партия войны, к которой, кстати, относится Патрушев, да, это партия, к которой относится Дугин, к которой относится Гиркин, к которой относился Пригожин, то есть вся та партия, которая считает, что Путин правильно затеял эту войну, но неправильно ее ведет. И, значит, недостаточно жестко, и что надо вообще еще жестче ее вести, объявить всеобщую мобилизацию и постараться быстро закончить эту войну. То, конечно, если придет эта партия войны, она, конечно, войну не закончит, она будет продолжать ее и даже, может быть, продолжать более жесткими методами и более активно. Вот. Но есть и другой вариант, потому что, в общем, вся эта история на самом деле. Есть люди, которых она не устраивает, которым она надоела. И уход Путина от власти – это хороший способ на него повесить всех собак, сказать, что он во всем виноват, что он заварил эту самоубийственную войну, которая никому не нужна была. Он спровоцировал 12 пакетов санкций европейских и западных. Он обрушил российскую экономику. Он закрыл для России американский и западноевропейский рынок, рынки, которые были главными рынками для Российской Федерации. Он поставил Российскую Федерацию в зависимость полную зависимость от Китая, от Турции, и все это дело работает против России. Он, кстати, вел борьбу постоянно с братьями по вере, православной, христианской, братьями по крови, славянами, и, наоборот, делал все в угоду исламистов и мусульман, и по этому поводу его можно скинуть и даже отдать, ну, если бы он был живой, то отдать в Гаагу на судилище. Вот. Ну, а мертвого, значит, помянуть плохим словом и сказать, что он во всем был виноват. Он сделал критическую ошибку, смертельную ошибку для Российской Федерации. Вот. И закончить тогда войну и вернуться, вывести войска, выплатить репарации, выдать военных преступников и для России вернуться в семью народов в нормальном состоянии через несколько лет. Такое тоже возможно. Но ведь, видите, какая из этих партий победит, мы предсказать не можем. На жаль, не можемо. Ну, знаєте, я підсумую нашу розмову. Якщо Путін вмре, такий отой справжній Путін, то не факт, що це щось змінить в російсько-українській війні, але, як то кажуть у народі, дрібниці, але приємно. Будемо пильнувати за тим, як виглядає Владимир Путін, і за тим, які візити він здійснює, ну і за тим, наскільки Ніколай Патрушев стає все публічнішим і публічнішим. Вам, пане Сергію, я дуже дякую за цю розмову, дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших ось таких ефірів і розборів, це дуже важливо. Нашій аудиторії я традиційно говорю, дякую вам, що приєдналися до нашої розмови, дякую, що були з нами, бережіть себе, допомагайте українським силам оборони і побачимося з вами. Спасибо. І держитесь, тому що у вас зараз наступає критичний момент в війні, вам треба держатися. І всім місті, і не можна ругатися внутрі України. Дякую вам за підтримку і сподіваюся, що у суспільстві розуміють, що жодних чвар, доки маємо важкий етап війни. Дякую, пане Сергію.